Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, целью данного доклада является обобщение опыта преподавания дисциплины безопасности деятельности медицины катастроф, ну и выработка рекомендаций по повышению качества обучения студентов по вопросам медицины катастроф. Здесь на слайдах подтверждается, что наиболее сложная ситуация для работы медицинского персонала может как раз возникать в чрезвычайных ситуациях, потому что в данных чрезвычайных ситуациях особенно может быть сложная медицинская обстановка, когда возникают огромные массовые потери и может возникать несоответствие между потребностью в оказании медицинской помощи для пораженных и недостатком медицинских сил и средств. Поэтому во многих случаях, несмотря на то, что у нас имеются профессиональные организации, формирования службы медицины катастроф, которые великолепно подготовлены к ликвидации медико-социальных последствий, будет необходимость привлекать силы и средства органов здравоохранения. И вот анализируя их участие, нередко приходится констатировать, что далеко не все, к сожалению, врачи органов здравоохранения готовы к работе в различных чрезвычайных ситуациях. И это действительно очень сложная обстановка. Здесь могут и возникать растерянность, снижение своего профессионального уровня, ну и другие неприятные различные ситуации, которые в целом затрудняют работу представителей органов здравоохранения. Поэтому мы считаем, что одной из главных задач в успешном решении этих проблем это является подготовка медицинских кадров, в частности, выпускников медицинских вузов. Ну и вот анализируя опыт работы нашей кафедры по подготовки студентов, выпускников медицинских вузов, надо отметить, что здесь действительно еще существуют достаточно существенные проблемы, которые необходимо решать для того, чтобы действительно выпускники медицинских вузов были готовы к работе в чрезвычайных ситуациях. Вот с 1910 года идет постоянное реформирование сейчас образования, высшего образования, и в том числе в медицинских вузах. Вводятся новые учебные программы. Ну и вы знаете, что со следующего года прекращает работу уровень подготовки выпускников медицинских вузов в интернатуре. То есть студенты будут после сдачи государственных экзаменов сдавать аккредитацию и получать допуск к работе в качестве участкового врача, участкового врача-педиатра. Ну и учитывая вот то, что они будут готовы к работе в качестве самостоятельных врачей уже, они могут также привлекаться и к работе в чрезвычайных ситуациях. Мы можем констатировать, что в настоящее время вот, с введением новых программ учебных, созданием кафедр медицины катастроф, мы в достаточной степени готовим студентов по решению организационных вопросов оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. А что вот касается практических решений, то есть выработки практических навыков и умений по оказанию медицинской помощи по страдающим чрезвычайной ситуации, то здесь существует проблема. При переходе на новый федеральный государственный образовательный стандарт было в свое время принято решение о том, что многие кафедры хирургического профиля и другие, в частности, эпидемиологи, гигиены, должны сформировать в своих программах учебных раздел, который касается медицинских катастроф. Однако этого не было сделано, и поэтому вот, готовность к выполнению практических навыков и умений в условиях чрезвычайных ситуаций у студентов значительно в большинстве случаев отсутствует. Вот. И еще одна проблема, которая сейчас у нас имеется,
что федеральный государственный образовательный стандарт позволил медицинским вузам самим определять, на каких курсах готовить, учить студентов той или иной дисциплины и в каком объеме. Ну и в частности, есть вузы, когда всю программу медицины катастроф изучают на втором курсе. У нас вот сейчас примерно ежегодно 30-40 студентов переводятся в наш вуз из других вузов. И действительно иногда удивляюсь, как на втором курсе можно изучить всю программу медицины катастроф. В некоторых вузах даже отсутствует кафедра медицины катастроф. В третьих вузах ее объединяют и с анатомией, там, и с другими кафедрами, где действительно медицина катастроф становится как бы второстепенным предметом. То есть уровень подготовки в целом даже по этому предмету действительно очень в многих вузах страдает в связи с тем, что имеются свои индивидуальные программы, которые не соответствуют уровню подготовки для того, чтобы работать в чрезвычайных ситуациях. Все это связано с тем, что в настоящее время нет типовой или примерной программы учебной, которую должны были разработать и направить в медицинские вузы, где бы было определено, в каком объеме изучать дисциплину медицину катастроф и на каком курсе изучать ее. Ну и я должен сказать, что иногда вследствие этого и страдает уровень подготовки студентов, и преподаватели тоже не могут в достаточной степени выполнять свой профессиональный долг по обучению студентов в данной дисциплине. Ну и вот с учетом опыта организации изучения студентами дисциплины безопасности деятельности медицины катастроф, она так сейчас называется в нашем вузе, я хотел бы предложить вам вот вариант изучения данной дисциплины медицинских вузов, который используется у нас, в нашем вузе. Ну и вот наш вариант учебного плана. Мы на первом-втором курсе изучаем безопасность жизнедеятельности. Этот раздел дисциплины был внесен при принятии новой учебной программы. Дальше токсикология и медицина катастроф студент изучает на четвертом-пятом курсе, когда уже они знакомы с многими клиническими дисциплинами, и действительно они могут в достаточной степени осваивать разделы дисциплины на этих курсах. Также очень важно распределить время изучения этой дисциплины и разделов дисциплины, потому что, повторяю, нет примерно учебной программы, нет учебного плана типового, и вузы сами эти учебные планы создают, формируют. Вот безопасность деятельности, мы пришли к выводу, что достаточно использовать 2 зачетных единицы из 7 зачетных единиц, которые ФГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, отводит на изучение дисциплины. А вот токсикология и медицина катастроф, которые изучаются на 4-5 курсах, нужно их использовать вот по 2,5 зачетных единицы, то есть по 2,5 недели. Совершенно новый раздел появился в нашей, при изучении нашей дисциплины, это безопасность жизнедеятельности. И действительно многие вузы до сих пор не знают, чем заниматься, какую тематику использовать. Мы предлагаем, вот, что здесь очень выгодная тематика, это раздел, модуль можно сделать первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Вот, дальше безопасность деятельности и национальная безопасность России. Для всестороннего полного обучения студентов мы считаем, что необходимо принять и подготовить примерную программу по нашей дисциплине, создать и внести примерную программу заинтересованных клинических кафедр, раздел по медицине катастроф. Также очень важно формирование междисциплинарных рабочих программ по вопросам медицины катастроф с определением навыков и умений. И, Сергей Федорович, вот у нас конференции проводятся каждые 2 года преподавателей кафедр.
И многие кафедры делились опытом, что они используют возможность учебных центров территориальных для проведения, для отработки навыков, умений и участия вместе с ними в различных учениях. Если есть возможность такая, то действительно вот с вузами надо совместно это использовать. Это очень хороший один из вариантов из подготовки как раз практических навыков. С учетом решения вышеизложенных предложений имеется реальная возможность повысить уровень подготовки выпускников медицинских вузов к работе в чрезвычайных ситуациях. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Игорь Петрович. Вопросы есть, коллеги? Спасибо. Пожалуйста, Николай. Коллеги, продолжаем. У нас завершающее выступление. Наши гости из Краснодара. Доклад называется «Роль регулярного проведения учений с целью подготовки лечебных учреждений к работе в условиях чрезвычайной ситуации массового поступления пострадавших». Доктор Босков, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представить доклад о двух лечебных учреждений: Краевая больница «Главный врач Парханов» и Сочинская больница. Роль регулярно проводимых учений для подготовки к возможным массовым поступлениям. Тема очень актуальна, о чем проводится сегодняшняя конференция. Краевая больница Краснодара – довольно большое учреждение, имеет вертолетную площадку на своей территории. Довольно большая по площади, 12 корпусов, общая площадь 230 тысяч квадратных метров. 60 отделений, 1500 коек, 237 реанимационных коек, 9 реанимаций у нас и 40 операционных. Экстренная помощь оказывается всему Краснодарскому краю и плюс полгорода Краснодара. Последние 3 года эвакуация активно производится вертолетом, до 500 пациентов в год. Количество операций в лечебном учреждении 60 тысяч. Опыт работы сотрудников. Конечно, Олимпиада нам помогла, потому что нас учили. Медицина Краснодарского края обеспечивала медицинское обеспечение Олимпиады, и, конечно, с этими общими вопросами мы уже готовились. Представлены некоторые слайды подготовки и проведения учений перед Олимпийскими играми. Это сочинские больницы, всевозможные, горный кластер, нижний кластер. Взаимодействие со смежными службами, пожарные, скорая помощь, всевозможные варианты аварий. В общем, учения у нас были довольно регулярно. Медицина катастроф, эвакуация с олимпийских объектов вертолетом. За последние 2 года нами проведено 26 учений. Это в среднем идет 1-2 учения в месяц с различными заданиями. Всевозможные пожары в больнице и всевозможные массовые поступления пострадавших. Также мы считаем очень важно проведение конференции. Если на сегодняшнюю конференцию приехало человек 5 с нашей больницы, то мы активно, главный врач привозит тех лечебные учреждения, тех специалистов, у которых был горький опыт работы с учреждениями. Изучаем зарубежные всевозможные опыты, алгоритмы поступления различных пострадавших, о чем Сергей Федорович вчера говорил, что, конечно, поступит 300 человек или 30 в СКЛИФ, это без проблем. Если в другую больницу, то проблемы. Здесь вот собирается весь коллектив больницы и полностью разбираются разные уже опыт учения. Здесь вот приезжали коллеги из военно-медицинской академии, выступают Тюрников Юрий Иванович, заведующий ожоговым центром 3-6 больницы Иноземцева, которая принимала и взрыв, и Черкизовский рынок, и рассказывали о своих нюансах. Боско, который руководил приемом пострадавших в Волгограде. Также приезжали коллеги из Донецка, это руководитель центра неотложной медицинной хирургии «Фесталь». Они имеют большой опыт по ведению пострадавших. И конференции все также проводятся в режиме онлайн. В общем, если учиться, то это очень важно. Комплекс мероприятий по подготовке лечебного учреждения, это уже все говорили, прекращение приема пострадавших и возвращение к работе. Подготовка стационара. В основном мы считаем важным это оповещение и сбор персонала, потому что чем раньше мы все знаем, тем чем больше людей, тем это очень важно.
Также разработаны алгоритмы как в выходные дни, в праздничные, так и в ежедневные дни. Но самое главное – это тренировка, потому что если всегда тренироваться, меняются врачи, меняются смены, и раз в месяц, мы считаем, такие учения должны быть. Всевозможные приказы по оповещению мы считаем очень важным. Мы используем три вида связи. Это сотовую, которая обычно бывает, отключаются местные телефоны, и активно используем в больнице пожарную сигнализацию, которая выведен в пульт в приемное отделение, и по такому громкоговорителю можно всю больницу собрать. И если, не дай бог, что-то отключится, то эта связь, мы считаем, должна работать. Все проводится под видеоконтролем и наблюдением. Разработаны схемы оповещения, сделано 11 пакетов. В среднем один ответственный хирург, травматолог или медсестра делает не больше 7 звонков. То есть 7 на 7, 50 человек оповещено, и потом идет сбор. Также важным считаем создание штаба, организация работы охраны, что немаловажным. Штаб, конечно, он всем руководит и общается с массовой информацией. Реанимацию, освобождение коек, конечно, если у нас 237 реанимационных коек, то возможности более расширены. В маленьких лечебных учреждениях меньше, но тренировки должны происходить постоянно. Также выписка, прекращение плановых операций. Очень важным считаем подъезды, выезды. На опыте других лечебных учреждений, когда создавались заторы, наши охранники знают в одни ворота всех впускать, в другие выпускать, чтобы не было столпотворения при входе. Идет имитация со студентами, которые имитируют пострадавших. При университете всегда есть кафедры, человек 50-70 мы берем, делаем разные ситуационные задачи и всех привозим. Иногда параллельно идет тренировка вертолет на нашей крыше больницы со своим ремзалом. Значит, по сортировочной площадке. Естественно, площадка, бригада, средства сортировки, виды сортировочных площадок в Сочи, нашу вы видели, обеспечение ее должно быть постоянное. Сортировка – вещь очень важная. Мы разрабатывали как первичные медицинские карточки, так и бирочки, но от бирочек мы сейчас отошли. Мы на каждого пострадавшего кладем первичную медицинскую карту, где отмечаем, кому что нужно сделать. Это условное отравление. Руководит всем ответственный хирург, который полностью подчиняется, вся бригада. Есть аналитики, которые смотрят, и каждое учение мы потом анализируем плюсы и минусы. Но основным, конечно, считаем оповещение и сбор. При регистрации все довольно просто. Разделение потоков, как правило, мы считаем, ну и все знают, работа на месте, транспортировка и лечебное учреждение. Чем дальше от нас ЧС, тем лучше мы подготовимся. Когда было наводнение в Крымске, то краевая больница за 6 часов, естественно, полностью приготовилась к потоку пострадавших. А что было первично, то было сложнее. И, как правило, парализуют массовость, парализуют легкие больные, парализуют эмоциональные больные. Поэтому мы всегда имитируем большое количество легких больных с привлечением терапевтов, чтобы они их разводили по терапевтическим отделениям, а хирурги занимались крайне тяжелыми пострадавшими. То есть мы считаем три момента, которые вот нам коллеги сказали. Первое – это въезд-выезд из одни ворота движения пострадавших. Второй момент – отсечение эмоциональных больных, которые мешают. И третий момент – должен выделяться человек, который общается со средствами массовой информации. Потому что вот Юрий Иванович Чурников, он приводил на одном слайде, что 14 организаций одновременно хотят знать, сколько человек поступило. Журналисты, администрация, Минздрав, депутаты, родственники. И на это уходит очень много времени. Поэтому информацию должен давать один человек, она должна быть четкая и чтобы не было никаких разночтений. Естественно, ремзалы. В каждом ремзале висят
отработанные схемы, что нужно сделать по системе Damage Control. У нас два ремзала, 4 места, в приемном покое площадь 1000 квадратных метров. Конечно, на такой площади обслужить количество пострадавших мы готовы. Но лучше, чтобы их не было. Также эти все учения позволяют нам, когда иногда бывают такие ситуации, как поступает 18-20 человек, больница работает в режиме ЧС, и за полчаса полностью они все оказаны медицинской помощью и уходят с сортировочной площадки, с приемного отделения на оказание лечебной деятельности. Поэтому знание раз, анализ других лечебных учреждений два и постоянные тренировки. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Какие будут вопросы к выступающему? Пожалуйста, вопрос ваш, да. Вы же вроде коллеги. Походу доклада возник вопрос. Терапевты занимаются легкими пострадавшими. Какой функционал непосредственно терапевты могут предоставить для легко пострадавших больных? Функционал или не понял? Ну, какую именно помощь, кроме поглаживания, они могут. Ну вот видите, для чего проводятся учения? Мы с одного лечебного учреждения, Алексей Николаевич то в командировке, то в дежурантах, он последние нюансы не знает. Значит, терапевты, они берут эмоциональных больных, больных, у которых есть давление, терапевтическая патология, психозы, и они их уводят. Ранами терапевты не работают. Спасибо. Еще вопросы будут? Спасибо большое. Конечно, Краснодарская больница, она имеет огромный опыт вот в этих ситуациях, о чем нам рассказал наш коллега. Очень доступно и очень понятно, дав некоторые алгоритмы работы в этих ситуациях. Уважаемые коллеги, тематика нашего секционного заседания исчерпана. Кто хочет еще выступить по теме сегодняшних выступлений? В плане обсуждения, дискуссии, пожалуйста. Придется нам с вами выступать. Да. Фёдорович, пожалуйста, начинайте. Выступать мы не будем, мы просто слегка, скажем так, дадим небольшие комментарии тому, что мы сегодня услышали. Во-первых, огромное спасибо всем докладчикам за их подготовку и выступление. Ну, есть, конечно, нюансы, но все в целом было очень интересно и очень актуально. Это самое главное. И, на мой взгляд, какой вывод можно сделать вот из сегодняшних выступлений? Что, по сути, сегодня мы не можем дать какого-то единого рецепта, как поступать в той или иной ситуации чрезвычайно. Да, есть общие принципы, есть принципы сортировки, есть принципы эвакуации, есть варианты развертывания сортировочных площадок вот у госпиталя, как сегодня показывали наши коллеги из Центра защиты. Но, тем не менее, все равно каждая ситуация требует своего конкретного решения. И поэтому вариантов и регламентов должно быть несколько. Как действовать для того, чтобы выбрать этот регламент, который явился бы адекватным данной ситуации, который максимально быстро позволил провести ликвидацию последствий медицинских последствий данной конкретной ситуации. Безусловно, Сергей Федорович прав, говоря о том, что в условиях мегаполиса основным принципом является это максимальная концентрация сил и средств, прежде всего скорой медицинской помощи в месте происшествия и максимально быстрая эвакуация. Здесь, конечно, нет сортировочных площадок, хотя вот коллега тоже отмечал из Краснодара, что, как правило, проблемы создают не тяжелые пострадавшие, а легко пострадавшие, которые создают вот этот лишний ажиотаж, который многие находят в состоянии эмоционального возбуждения и, по сути дела, мешают работать персоналу на месте происшествия. И здесь, конечно, требуется эти поток как-то отдельно направлять для того, чтобы основная часть людей, которые нуждаются в реальных медицинских мероприятиях, их максимально быстро получила. Конечно, имеет значение и госпитальная база. В мегаполисе, в условиях транспортной доступности, конечно, таких проблем не возникает. Когда есть десяток многопрофильных больниц, по сути, травмоцентров, как раньше говорили, первого уровня, которые принимают на себя всех пострадавших в неограниченном количестве. Сложнее, конечно, работать коллегам в регионах, где ситуация могут происходить на значительном удалении от многопрофильных больничных учреждений, да и не везде есть адекватное обеспечение скорой медицинской помощью, там уже другие механизмы вступают в действие
по ликвидации данной ситуации. Поэтому я предлагаю учесть вот опыт всех наших коллег, которые сегодня выступали, вот, и конкретно для каждого уже учреждения какие-то внести корректировки в свои текущие планы действий при чрезвычайных ситуациях и при массовом поступлении пострадавших. Передаю слово с удовольствием Сергею Федоровичу. Спасибо, Николай Филиппович. Уважаемые коллеги, я буквально одну минуту хотел бы уделить проблеме подготовки кадров. Вышли новые законы об образовании, о здравоохранении, где четко прописано непрерывное медицинское образование, переход к аккредитации. Нас отвечало за работу врачей всегда медицинское учреждение, после аккредитации каждый врач сам будет отвечать. С точки зрения медицины катастроф и обучения нашим проблемам. Естественно, в базовой подготовке, дай бог, чтобы студент обучился тому, как оказать неотложную помощь одному пострадавшему. Это еще не медицина катастроф, вы понимаете. Подготовка кадров высших, профессиональных, это ординатура у нас осталась, которая теперь будет от 2 до 5 лет в зависимости от специальности. Сокращение специальности вместо 94 останется по предложению Минздрава около 30, а 2 до 5 лет будут учиться в ординатуре, ну и аспирантура. Вот здесь уже также профессионал должен уметь не только оказать помощь одному пострадавшему, но и уметь организовать помощь нескольким пострадавшим. А дальше уже тематическое усовершенствование по специальности, обучение. И те сотрудники, медики, которые хотят работать в условиях медицинских катастроф, в системе дополнительного профессионального образования, у нас готовится по 14 специальностям, и врачи-организаторы, и врачи-специалисты, и главные врачи, и министры здравоохранения получают соответствующее удостоверение и в процессе непрерывного медицинского образования занимается самообразованием. Самое главное – приобрести компетенции. Если при базовом образовании в основном из компетенции – это знания, а умения, навыки мы достигаем потом, то навыки и умения организации… Ну что ты пришел мешать мне, да? Выключи свой телефон. Гражданская оборона. Без гражданской обороны. Умения и навыки организатора оказания медицинской помощи в чрезвычайной ситуации очень трудно приобрести здесь симуляционные моменты какие-то. Так у нас семены, обучайтесь, все, что хотите, роды принимайте на симуляционных моментах. А вот здесь мы учим на реальных ЧС, которые были. Анализируйте, вникайте, если вы отвечаете за тот же Беслан, за тот же Норд-Ост, как бы вы решали эту ситуацию, наша задача подать вам информацию, проанализировать. И поэтому учение, которое военное, а тут много в зале военных, и мы с Николаем Филипповичем отслужили свое, тактико-специальное учение, командно-штабное учение. На тактико-специальных учениях у нас зачастую кто работает? Носильщики носят, трудятся, а врачи все уже знают, да? А вот на командно-штабных учениях заставить работать министра здравоохранения, главных нештатных специалистов, главных врачей, которые не знают, что им делать, когда у них взрыв в больнице, когда у них теракт в больнице, когда захватили заложников в больнице, когда серьезный пожар, что делать с детьми, с маленькими, находящимися на лечении, со стариками, убогами и так дальше, и так дальше, и так дальше. Очень много вот этих моментов, которые мы в конечном итоге понимаем, что компетенция по медицине катастроф должна быть у каждого профессионала, у любой специальности. И мы нарабатываем сейчас эти позиции по приказу министра здравоохранения. 50 баллов в год непрерывное медицинское образование. Дерматологу, может, и одного часа хватит из этих 50, чтобы набрать на аккредитацию. А врачу скорой помощи, анестезиологу, реаниматологу, хирургу, наверное, 8-10 часов. Надо знать, если он не в штате медицины катастроф. А специалисты в штате медицины катастроф, мы уже так подошли, 36 часов в образовательном учреждении изучают проблемы медицины катастроф, 14 в профильном медицинском сообществе на семинарах. А вот врачу-специалисту 36 часов изучают по специальности, что новое, а 14 часов что-то там новое появилось в медицине катастроф. Вот эти подходы лежат в основе сейчас, которые мы начнем реализовать. Все, кто проходил последний раз сертификацию в 2016 году, в том числе и я прошел, в 2021 году мы уже сертификат как допуск
медицинской деятельности не имеем права получать. Мы уже должны выйти на периодическую аккредитацию. Кто учился, как уважаемый Николай Филиппович, он намного умнее предвосходил события. В 2015 году он еще в 2020 году получит сертификат и будет иметь право заниматься профессиональной деятельностью до 2024 года включительно, а там уже периодическая аккредитация. Это понятная система, приказы на эту тему есть. Мы вошли с 1 января 2016 года в эту систему непрерывного медицинского образования с точки зрения регламентации всех их часов, регламентов и так дальше. А поскольку учение является одним из ведущих моментов, то сегодня наш госпиталь покажет не так, как мы работаем в ЧС, а методические рекомендации, как надо работать, проводить сортировку, оказывать помощь. Должен немножко похвалиться. В этом году Всемирная организация здравоохранения первые две страны сертифицированы на статус международных медицинских бригад. Это бригады нашего госпиталя и бригада Шанхайского спасательного центра. Первыми. Поэтому, наверное, можно что-то поучиться у них. Но с другой точки зрения, глаз замыливается у самих на себя смотреть. Поэтому не бойтесь задавать вопросы по существу, если что-то непонятно, если что-то вы считаете по-другому, для того, чтобы обсудить, это всегда очень важно. И вот нам было предложено с Николаем Филипповичем подумать и определить из 13 докладов, какой же доклад был лучше. Да, это всегда непросто. Вот мы хотели обратиться к аудитории. Как вы считаете? Ну, может быть, не лучше, скажем так, наиболее интересный и необычный. Ну, да, наверное, более правильно. Это более правильно. Да. Интересный, необычный. У кого есть какие мнения? Аудитория безмолвства. Тогда мы скажем свое мнение, да. Да. Пожалуйста, Николай Филиппович. Уважаемые коллеги, вот мы предлагаем в качестве такого доклада выбрать выступление наших коллег из Донецка, Игорь Игоревич, с коллегами по вопросам оказания помощи при шахтных травмах. Если вы поддержите, давайте мы вручим этот диплом нашим коллегам из Донецка. Игорь Игоревич. Игорь Игоревич. Уважаемые коллеги, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем огромное за внимание и за участие. Еще информация. Да, прошу прощения, еще информация будет. Да. О дальнейших делах информацию послушайте, пожалуйста. Уважаемые коллеги, минуточку внимания. Значит, практическая часть нашей.